Ну-ка, открой рот. Одна должна лизнуть, а другая откусить. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И сегодня в нашем видео будет сниматься наша сестренка. Всем привет! Она немножечко стесняется, поэтому она молчаливая такая. И сегодня мы будем снимать очень крутой челлендж. Для этого мы и позвали Каролину. Этот челлендж называется «Откуси, лизни или ничего». Нам очень понравился этот челлендж, и мы его решили снять. В этом челлендже все вытягивают бумажечку. Ну а мы будем крутить рулетку. Мы уже вписали слова «откусить, лизнуть и ничего». И сейчас будем крутить по очереди. Ну а перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и... Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Ну а мы начинаем. Сидели мы в Ютубе и наткнулись на классный канал девочки Даши из Польши под названием «Види Даша». Даша снимает трендовые челленджи, смешные скетчи. Нам очень нравится смотреть, как она играет в веселые игры со своими друзьями. А еще Даша много путешествует и любит экстрим. Она покоряет самые большие американские горки, летает на спортивных самолетах, катается на гидроциклах, джипах, скейтах и на всем, что имеет колес. Поэтому мы рекомендуем вам подписаться на канал «Види Даша». Даша. По ссылке в описании. Мы уже подписались. Мама нам уже подготовила первый продукт. Вот он здесь, первый продукт. И сейчас мы будем крутить рулетку. Каролина самая маленькая, и она первая крутит. Так. О нет, пожалуйста. Пожалуйста, откусить Каролину. Так, что у нас попалось? Откусить! Давай, Ксения, ты следующая. О, нет, пожалуйста, не ничего, пожалуйста. Я хочу ничего. Ничего! Если мне попасть ничего, то с Маргаритой осталось лизнуть. Так, ну давайте посмотрим, что же там. Раз, два. Нет. Нет. Раз, два, три. Обожаю откусить. Обожаю авокадо. Я тоже. Давай. Кусай чуть-чуть. Немножечко, немного. Чуть-чуть. А? Браво! Да! Давай, кушай, кушай. Вот она вот тут немножечко откусила. Что, Маргарита, теперь ты облизываешь? Ну, это не сложно. Вкусненький. Так, следующий продукт. Давайте. Кто крутит опять теперь? Карлина? Давай я. Нет, давай теперь Марго. Ну, Марго, не я, знаю. А потом по Карлина. Очереди, да. Нет, я, а потом ты. Хорошо, давай. Потом Марго. По возрастанию. Ой, мою. Давай, давай, откуси. Ей второй раз попадает ничего. Теперь Маргарита. Потому что ты вот здесь вот пальчиком нажала. Ага, упс. Откусить! Тебе надо лизнуть. Один. Три. Два. Один. А? Иу. Это... Иу. Это фасоль. Куда ты прячешься? Иду. Иду. Куда ты идешь? Ты никуда не пойдешь. Это всего лишь фасоль. А это... Она как картошка. Не знаю. Все? Почему мне? Если бы мне было откусить, я бы все съела. Острая? Можно мне... Все, Каролинчик, теперь твоя очередь. Все? Все. Острые? Так, следующий продукт. Так, следующее. Теперь Маргарита первая крутит. Каролина уже тишкочет. Ну, Каролина. Лизнуть. Сейчас посмотрим. Каролине. Пожалуйста, ничего. Откусить. Да! Ксюша! Как так может тебе вести? Давай, закрой глазки. Закрывай глаза. Раз, два, три.
А как это можно укусить? Так нечестно. Разве жидкое можно кусать? Так, смотри, банку не откуси. Укусила сгущенку? Давай, облизывай. Ты будешь? Нет. Ничего. Ну а ты, Ксюня, пролетаешь. Следующий. Какой у нас раунд? Третий. Четвертый. Ну что, так, Ксюша крутит. Да, это четвертый. Нет, Ксюша, хочешь выдать что-то? Хочешь что-то покласть? Да. Откусить! Да! Ну что, готовы? Может, понюхаете, угадаете, что? Я уже знаю, что это лайм или лимон. Раз, два, это лимон. У меня аж это... У меня скулы свело. Наверное, у ребят тоже при виде этого. Как ты это делаешь? Кусай, со шкуркой нет. Кусать надо, давай, кусать. Нет, да. Я не кушаю. Давай, надо кусать. Нет. Кусай. Вот. Так, ну что, давайте, Каролина, она первый раз пробует лайм? Да. Она никогда не пробовала. Это как лимончик, Каролин. Ого! Ну что? Ксюшу не остановить. Ксюша, остановись. Ну что, пятый раунд. Готовы? Пожалуйста, ничего. Давай, откуси. Нет, лизни. Ну, нормально. А что ты дуешь? Она сам... Она дует. О, вот это круто. Нет, это круто. Если я не знаю, если вы поймете сразу, что это. Закрой глаза, Марго, погоди. Раз, два, три. Ну! О, это масло! Что это такое? Это масло. Тебе нравится масло, да? Ты же надо... Это обыкновенное масло. Откусить, ну... А можно мне хлеб? Нет, хлеба нельзя. Можно мне? Ладно, давай, Карлина, облизывай. Карлиночка, облизывай. Давай, кусай. Ба. Креативный. Ешь. Все. Съела? А то вот ну-ка покажи. Нет. Как называется это? Горчица. Горчица. Откусить это? Я не думаю, что тебе это понравится. Откуси! Yes! Лизнуть? Лизнуть, а мне ничего! Так нечестно! Это черное мороженое. Мяу-мяу-мяу! Ой! Открой рот. Я знаю, это вкусно, как вкусно. Ну-ка, открой рот. Ты хочешь на себя посмотреть? Язычком облизать. Все? Открой рот. Следующий продукт. Зачем ты дуешь? Она же не крутится от этого. Лизнуть? Пожалуйста, мне откусить. Нет, Каролина. Раз. Ребят, это сыр. Не надо откусить. Это сыр с плесенью. Что это? Я иду.
Даша, нет, садись, садись. Вот здесь должна укусить, вот здесь. Это сыр, Каролина, это сыр. Маргарита. Маргарита. Я даже не успела, я хоть засняла или нет. Кариночка, кусай. Ну что там, там ничего такого плохого нет. Я еще не пробовала никогда. Кусай. Так вот. Много. Ужас. Вкусный? Нет, не вкусный. Вкусно. Мам, пей водичку. Сейчас мывой. Мывой. Ну что, следующий раунд. Оно там еле как поместилось. Это очень большое. Да хватит нам уже врать, блин. Очень вонючая, не знаю. Я пошла. Галина, я пошла. Я иду откусить. Нет. Она хочет, чтобы Каролина первая испытала свою удачу. Нет. Тебе повезло, Каролина. Давай открывай. Я знаю, что я это ненавижу. Ну вот вам башмак. Одна должна лизнуть, а другая откусить. Да ты что, это же шутка. Это шутка. Я решила пранкануть вас. Все, следующий раунд. Чего ты ржешь? Я. Да потом я. Тебе повезло, я не знаю, нравится тебе это или нет. Ну что, готовы? Да. Закройте глаза. Да. Раз, два, три. Что вы мне ребенка пугаете? Это не селедка. Что вы ее пугаете? Это всего лишь рыба, вы чего? Кто у нас облизывает? Я. Давай, облизывай. Да господи, она копченая. Знаешь, какая вкусная. Вот понравится тебе. Давай, облизывай. Хватит на ней смеяться, над ней. Облизывай. Вкусная? Нормально. Она солененькая. Она копченая, Каролин. Молодец. Все, живая, здоровая. Аплодисменты. Ничего. Повезло. Ну, хоть бы Каролине не откусить, потому что она прям... Ей не везет. Откуси, Каролина. Два, три. Чеснок. Яблочко. А ты не знаешь, что это? Это чесночок. Яблочко, говорит. Я. Яблочко. Ну, облизнуть это не самое сложное. Ты просто должна чуть-чуть откусить. Чуть-чуть, кусочек маленький-маленький совсем. На. Не то, что не пахнет, он воняет. Ну, она отказывается. Что делать-то будем? Я буду, я за нее. Ты будешь кусать за нее? Нет. Давай. Мы тебя выберем. Нет, она должна съесть. Пап. Это не вкусно. Вторую часть. Все. Вторую часть. Наберем 10 тысяч лайков. Если ребята хотят, то пускай ставят лайк. Да. Снимите вторую часть. С кем? Лайк. С папой. Да, с папой. Давайте, если хотите видео с папой, то ставьте лайк. И мы снимем с папой. Ну что, ребятки, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Лайк. И всем пока. Пока.